я липами рукоположен, и кленов царственной рукой служить молебен в храме Божьем, где небеса над головой сегодня ярко-голубые, а завтра мрачен их простор. Мне помогает в литургии и птиц многоголосый хор, и ветра шум в высоких кронах, и на лужайках детский гам, и даже парочки влюбленных, бредущие по берегам. Кто научил меня, не знаю, но этот храм и все, что в нем, благодарю, благословляю в его величии простом.